Привет, мои дорогие, привет, мои хорошие. Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Инга. Это Plague Tale. Реквием. Часть, по-моему, 11-я колыбель веков. А, ну что ж, вот мы и дошли к месту. Зря мы сюда забрались. Ну, раз уж забрались. Да, так вот. Что за местечко странное, да? Амисия, знаешь чего? Нам, наверное, с тобой надо поджечь там вот штука. Нет. Вот этим. Вот, почему я ругаюсь на управление? Потому что на самом деле вот это вот переключение, оно настолько, как сказать, я пыталась сделать за кадром его более не таким сенсибельным, но, увы, увы, оно вот все равно что-то, неверное движение пальца, все переключается. А это, как сами мы увидели, чревато. Слушай, тут прям какие-то черепа. О, блин, мыши, крысы. А нам надо вот туда, вот в ту дверь. О, елки с палками. Я так и знал, это плохое место. Погоди, эти огни и желоба, они построили это, чтобы сдерживать крыс. Да, мы можем расчистить себе дорогу. Ну, как скажешь, а с чего начнем? Нам нужна вот та тележка, да? И мы должны ее сюда притянуть. Да? Все вот туда вот. Ага. Они двигаются по рельсам и с греческим огнем. Так, ну теперь посмотрим. Так, хорошо. Сейчас, конечно, нас будут съедать. Так, что у нас там? Ну, кстати, у меня тут уже и поизрасходовалось. Так, а все равно нам этого не надо. Окей, и куда мы поедем? Ага, туда и туда. Ну, давай, поехали. Как нам это толкать? Gut, sie können verschoben werden. Helft ihr mir? Sicher. Ja, los. Die Gleise kreuzen sich. Ändern wir die Richtung. Ну, подсказочки тут такие. Поехали. Слушай, а вон там сундуки. Wir sind sicher, solange wir die Feuer haben. Ja. Jetzt ergibt das griechische Feuer Sinn. Да, теперь греческий огонь нам. Прямо в кассу. Die Brücke ist genau dahinter. Aber der Karren ist im Weg. Wie werden wir ihn los? Weiß ich nicht. Ich brauche eine bessere Sicht. Sehen wir hinten nach. Мешает эта штука. Ну давай, Амисия, давай туда толкать для начала. А, разбираться будем по ходу пьесы. Все, все? Да, приехали. Ай-яй-яй-яй. Слушай, а вот там тряпочка. Так, знаешь чего? Давай-ка ты мне свою призму. София, warne uns den Weg. Bleibt bloß alle im Licht. И опять же, alle im Licht. А я ж не могу, пока я с Софией, открывать эти самые. Ага. Это что у нас, спирит? Ну, не зря нам тут спирит дают. Не зря. Да, я сундуки не могу открывать, пока я с... Как бы мне так туда-сюда? Я могу спрыгнуть, и там вроде как нету этих мышей, да?
Ладно. Vorsicht, es ist kaum noch hell genug für mein Prisma. Ага. Так, переработать. Ну, наверное, тоже не зря тут торчит. Хорошо, окей, давай без твоей призмы. А тут у нас что? Это карта этого места. Вот на ней все желоба и жаровни. Не карта, чертеж виден каждый механизм. Здесь больше, смотри, это похоже на шато де Омбраж. И двор с жаровнями. А это что тогда? Рисунки, карты, здесь подписи. Дания, Константинополь. Должен быть какой-то способ избавиться от всего. Избавиться? Новое. Так, дай-ка посмотрим, что у нас тут. А, так это просто как бы воспоминания, да? Не думала, что Орден туда добрался, потому что никто не знает, где это произойдет. Чума, давайте пойдем. Ага, понятно. Как-то не дали дочитать. Вот, это все, конечно, здорово. Весело. А как теперь быть? Мы тут нигде? У нас только что мелькнуло. Да, теперь будет весело. И как? Скажите на милость, мы пойдем? Не, ну мы можем, конечно, перит, наверное, взять. А если я сюда запрыгну, нас сразу, да, сожрут? А как я с перитом запрыгну? А-а-а, зачем мы сюда пошли? Либо я могу, смотри, тут у нас... Я могу куда-то запулить стрелу, чтобы она горела. Либо запулить горшок с этим... с огнем. Только как это было. Или... так. Так мы тоже ничего не сделаем. Ну да, либо запулить горшок с огнем, наверное, так только. Ой, так, горшок. Вот только я не помню, со смолой или с огнем. Дело в том, что он не будет долго гореть. Хорошо, горшок и... Положим с огнем. А, миссия туда его не докидывает. Она его туда просто-напросто не докидывает. Черт. Так, что делать? Как нам использовать спирит? Ладно, полезли. Я так думаю, что сейчас мы спирит с вами и используем. Ну, спирит! Твою же дивизию. Можно немножко больше давать времени на реакцию? Короче, мы здесь попали. Так, давай, перерабатывай эту штуку. Полезли сюда. Заготовлюсь я сразу к этому периту. А, да, здорово. Здорово. Нет, я не собираюсь перитом пользоваться. Вторым.
Откуда мы начнем? Отсюда, да? Хорошо. Hoch, jetzt! Klar! Там, конечно, была штука, это самое, зажечь. Да все, все, все. Ах, да, вот тебе и ха. Чем мы туда лазили? Чтобы переработать стрелу, но потерять перит. Ну ладно, один остался. Так, телега тут мешает. Нам надо осмотреться, она сказала. Давай немножко ближе подтолкнем. Ну, ну. Так, окей. И что мы, как мы сможем тут сделать? Ты знаешь, наверное, никак. Наверное, никак. Надо ехать обратно. То есть сюда мы ездили только для того, чтобы израсходовать перит. А, головоломки. Поехали. Так, теперь, смотри, наверное, до второй жаровни пойдем. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt bei mir. Halt, geht nicht so weit weg. Es wird zu dunkel für mein Prisma. Bahnst du uns den Weg, Sophia? Bleibt bloß alle im Licht. Okay. Hey, lass gut sein. Gebongt. Okay, 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 okay. Ну, поехали. Такая головоломочка. Hängt fest. Mist, die Schiene ist beschädigt. Почему? А как быть? Ладно. Толкаем ее тогда туда, к себе. А смысл нам был тогда сюда идти? Черт, а туда мы не дойдем с призмы. Или дойдем? Для чего она тогда нам здесь нужна была? Может, чтобы подвинуть поближе? Вот так, наверное, да? Так. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt bei mir. Так, окей. Lass es, geht klar. Geht klar. Сера мне не нужна совсем. Так, что у нас? У нас все по полной, в принципе. Да? Хорошо, давай поехали тогда. Ja, oft. Und wir haben sie immer überlistet.
weil sie sich nämlich nicht umeinander kümmern. Wir aber. Ganz so weiter geht es nicht. Das andere Gleis dort führt zur Brücke. Also, was machen wir mit dem verdammten Wrack? Ich sehe mal nach. Так, там у нас опять все перекрыто. И как быть? А как быть? А как быть? А я не знаю, как быть. Писк, писк. Так, может быть, там можно как-то тоже загарпунировать. Ну-ка, ведь это же не зря сюда подходит. А как бы мне его действительно пробить, перебить, я даже не знаю. Нет, похоже. Как быть? Так, а можно вот оставить Гуга, Софию, там где-нибудь оставить и просто осмотреться? Вообще непонятно, что делать. Ладно, давай думать. А, подожди, а может как-то его можно было с той стороны обойти? Вот с той стороны, куда мы уже ездили, но я была отвлечена ящичками. А попробуем. Свет такая, опять толкать. Неужели же вот сюда мы их толкали только для того, чтобы добежать до ящика? Странно это. Понятия не имею, что надо делать. Ладно, поехали обратно. Я и без мышей-то тут, как бы, наверное, не разобралась бы, что делать. А тут еще отягчающие условия. Она амниция говорит, я пойду назад, огляжусь. Как его убрать? Так и его-то и не надо убирать, по сути. А это сюда не движется, да? И там тоже не движется. То есть надо расчистить эту тележку. Как ни крути. Каким образом? Так, подожди, чтобы тебя не съели.
Блестит там. Так, София, давай уже, ты уже один раз уже тебя съели. Как я ее? Ну, я не вижу даже, куда можно воткнуть стрелу, и потом опять стрела-то нам тоже не поможет. Нам надо что-нибудь, чтобы она взорвалась, что ли. Так, Гуга, а ты не можешь мне... Ох, слишком много, да. А, так подожди, там какая-то штука, которая горит вроде, да? Нет? Да не, подожди. Да. Вау. Ах, вот оно что. Kein Karren mehr. Jetzt müssen wir nur aufs andere Gleis. Ich will endlich sehen, was hinter der Brücke ist. Bist du sicher, dass der Träger die Antwort ist, die du suchst? Wie könnte er es nicht sein? Elia hat uns hergeführt. Alles führt hierher. Hier gibt's bloß einen Haufen Leichen. Sie sind unsere einzige Spur zur Wahrheit. Ich will die Wahrheit nicht wissen, Amicia. Ach, я не хочу знать правду. Ну да, и мне... Как Гуга, как тебе? Я чувствую себя странно. В каком смысле странно? Давай, Гуга, мы почти дошли. Ja, ich bin mir sicher. Dieser Träger ist der Grund für Hugos Traum von der Insel. Außerdem haben wir keine andere Wahl. Na gut, das war... Vergiss es. Es tut mir wirklich leid. Aber wir müssen das tun. Я, честно говоря, обалдеваю. Вот смотрите, Амисия, она вообще стала какой-то одержимой. Она стала просто одержимой. Что здесь мы найдем ответы, защитница здесь была. Что здесь можно найти? Вот я одного не понимаю. Окей, предположим, какие-то сведения. В лучшем случае. Ну... Я не знаю, вот оно как-то настолько нелогичное ее поведение. Оно объясняется только тяжелым психическим расстройством. Что, наверное, и имеет место быть, по большому счету. Так, детишки, тут у нас нету ничего интересного. Очевидно, нет. Ладно, поехали. У нас нету другого выхода, как только искать, что в этой капелле, она говорила. Я не все перевожу, потому что, ну, как бы понятно, да, о чем они говорят. Опять стражники. Даже не верится, что она одна одолела их. Да, она сражаться умела. У нее была цель. Etwas Schlechtes geschah mit ihm. Но ему было плохо, и она это чувствовала. А ты знаешь, что это? Я чувствую темноту. Ну да. Даже если Элия перебила тут всех. Тоже монстр был какой-то, прямо скажем. Перебить вот такое войско. То чем может эта защитница, чем может помочь малому больному макулой? Одержимому макулой. Она может защитить его физически от того, чтобы его не использовали. Ну, чем это можно излечить? А Гуга все хуже и хуже. Он чувствует темноту. Чувствует себя так, как чувствовал себя во сне, когда умирал. Ничего хорошего это не предвещает. Ну, как я и говорила, что вы тут найдете, ребята.
Даже если бы что-то было, Орден уже бы все забрал. Орден-то существует до сих пор. Вот это да. А вот Элия. Она билась до последнего. Давай лучше вернемся. Защищая одного, защитить всех. Та же фраза, что в часовне. Это она, Элия. Элия. Защитница носителя. Die Beschützerin des Trägers. Sie hat sich tapfer gewehrt. Да, задала она им жару тут. Aber sie starb allein. И умерла здесь совсем одна. Was hast du, Hugo? Что такое, Гуга? Ich will nicht, dass du stirbst. Я не хочу, чтобы ты умерла. Ну, я жива, ich жива. На ком? Mein großer. Так, ладно, давай, ты ж уже Sehen большой мальчик. Давай-ка посмотрим на ту дверь. Как хорошо, что есть София. Ich weiß, wie es Я ist. Знаю, каково тебе было allein zu kämpfen. Сражаться одной, um nicht allein sein zu müssen. Чтобы больше не быть в одиночестве. Надеюсь, ты нашла свой мир и свой покой. Есть идея, как нам это открыть? Давай лучше вернемся. Что? После всего? Через что мы прошли? Ладно, брось. Тебе лучше? Ну да, конечно, лучше ему. Да, как сказать? Слушай, я понимаю, все устали, но ведь мы вместе. Какое себе утешение. С другой стороны... Так, ну что ж, давайте откроем дверь. Давайте-ка мы сначала осмотримся. Это у нас тут не западня? Сейчас мы на нее смотрим, встанем. И оно так хрясь. И все полетели вниз. Ну, наверное, нет. Так, смотри, вот здесь есть рычаг. А я еще хочу побегать и все-таки посмотреть. Неужели тут ничего нету? И заметьте, это все на этом острове и под этим островом. Сколько же людей нужно было, чтобы открывать эти ворота? Надо вернуться. Нифига подобного. Открывай давай вот здесь, что у нас. Чего нет? Более того, там сундуки. Я боюсь, что сейчас опять вылезут. Тут такая прямо... Прямо для сражений площадь. Так, элементы. Еще элементы, отлично. Дай-ка я посмотрю на это побоище. Да. Посмотрите, как прямо лежат вокруг нее кругом. Элия, надеюсь, мне повезет больше, чем тебе. Чем такое впечатление, что она умерла от того, что на нее что-то сверху упало? Или упало уже потом? Ой, в любом случае. Так, пойдем туда. Смотри, здесь у нас тоже что-то такое интересное. Сележка, она тут для чего? Слушайте, народ. Давай-ка. София, kannst du das übernehmen? Gerne doch. Ну, явно тележку эту отсюда надо вытащить, да? Da ist eine
Stange angebracht. Die muss einen Nutzen haben. Ich kann die Riegel ganz rausziehen und dann fixieren wir sie mit dem anderen Hebel. Sag mir, wenn du bereit bist. Чего? Куда? Фиксировать? Не-не-не-не, подожди. Нам не это нужно. Нам нужно ее отсюда вытащить. Я могу ее вытащить? Да. Чего-то там зафиксировать. Давай-ка мы сначала вытащим тележку. Так. Окей. А вот что там было? А, как мне туда забраться? Там, где была тряпочка-то. Да, давай побегаем по этим вещам. Как вот здесь вот быть? Как мне сюда зайти? Закрыто. Так, короче, что-то куда-то нажать, что-то где-то зафиксировать одному, второму. Вот для чего тележка. Нам нужна, чтобы стрельнуть туда, да? А и нет. Я туда не стрельну. Нам мешает. А там... Амися, а ты не можешь как-то вот... Это что? Der hier öffnet die oberen und unteren Riegel. Moment, das Ding, das aus dem Boden gekommen ist, ist das eine Kurbel? Denke schon. А, вот она, лебедка, да? И если я сейчас... Es hält nicht. Natürlich. Да, конечно, это не будет держаться. Так, подожди, тогда... Надо вот этим зафиксировать ее, да, как-то. Вот мы это подвинули. И надо зафиксировать. Слушай, а эту штуку я смогу по ступенькам стащить, как вы думаете? Мне кажется, нет. Слушай, Гуга, ты можешь цепиться? Как-нибудь. Либо смотри, что я смогу сделать. Вот это вот. Я могу скомандовать, чтобы кто-то вот это делал? Да, смогу. София, ist auf dich Verlass? Alles klar. А, и здесь решетка поднялась. Так. Es klappt. Ein Riegel erledigt. Jetzt die anderen. Ага. И... Все, это самое. Отпускай. София, отпускай. Du kannst aufhören. Wird erledigt. Окей, так, другой. А это лебедка. А ее потом надо будет крутить. Все ясно, все понятно. А сюда мы уже не дострелим. Тут нам придется... Гуга, давай ты, наверное... Короче, София, ты будешь держать этот? Ich brauche Hilfe, София. Gerne doch. Los, Hugo. Ja. So müsste es gehen. Wir können loslassen. Die Bodenkurbel ist jetzt ganz raus. Versuchen wir es.
Так, ну поехали. Гуга, держи. Ja, wer hätte das gedacht? И что там функционирует? А, ну, идет загрузочка. Да что за запах? Зря мы их открыли. Может, закроем, пока не поздно? Нет, мы ищем базилику. Да, блин. О, мне не нравится то, что я вижу. А надо было послушаться, наверное, Гугота, между прочим. Кто придумал вот это? София, если ты хочешь вернуться, то сейчас. Я хочу я хочу обратно. А я хочу пойти сюда. Как здесь мне пройти? А может быть, этой тележкой надо сюда было пробить? Как-то, ну никак. Я не знаю. Ну, в смысле, выстрелить из тележки. Ну, что-то как-то я сомневаюсь. Я очень сомневаюсь, что это именно так и делается. В принципе, мы можем, наверное. А нет, уже ничего не можем. Все, тут уже все закрыто. Может быть, мы пройдем как-нибудь там за? Я вижу, что нам тут надо сделать огонька. Страшно. Слушай, и все-таки, подожди. Ну, а че пешком-то, пешком? Пешком, давай, бегом. Как сюда зайти? Дверь, она прямо подсвечена. А, альт. А, все вместе? А, дырочка. Все понятно. Дырочку-то я и не заметила. Пойдем. Спасибо, Гуга. Молодец. Что у нас тут? Гляди, детская одежда, игрушки. Базилиус, это его игрушки. А, Базилиус. Да, они похожи на игровую комнату. У него их забрали. Значит, он где-то близко, за этим за воротами. А, они хитрые игрушки. Это не просто ребенок. Ладно, поехали. Итак, игрушки маленького Базилиуса. Воспоминание еще одно. Так, ну что, пошли, елки с палками. Ой, нехорошо у меня на душе. Ой, нехорошо. Затхлое место какое-то. Оно было запечатано за такими дверьми, подумайте. Почему оно было запечатано за такими дверями? Да, чем мы дышим? Это логово. Воздух здесь очень древний. Со времен Базилиуса? Да, наверное. Ой, что-то мне нехорошо. Так голова кружится? Это какой-то шум. Будь мужественным. Mach uns den Weg frei, Sophia. Bleibt bei mir. Vorsicht, es ist kaum noch hell genug für mein Prisma. И зачем ты полезла в эту клаку? Ну, я так думаю, что все-таки здесь свет какой-то есть. Черт. Так, лагануло, да? Сейчас вылезут крысы. Надо заготовиться бежать. Что это? Ой, да это выглядит негостеприимно.
Так, ладно, давай посмотрим еще. Что-то случилось. Приготовься на всякий случай. Это мост. Да тут прямо крепость какая-то. Слушай, а оно сейчас не грохнется, а? Приготовься, говорит София, на всякий случай. Обалдеть. Ладно. Сейчас начнет ломаться все, да? Scheint bis zum Ende zu führen. Aber da fehlt ein Stück. Да, кусочка не хватает. Seht hier, da geht es runter. Смотри, здесь можно спуститься. Ну, немножечко круто, но можно спуститься. Давай, а что делать? Das könnte klappen. Должно получиться. Я пойду первой. Будь осторожна. Началось, началось. Ну, побежали. Да. Побежали. Ты в порядке? Кости целы? Да, я просто испугалась. Зато теперь видно, да, это была не особо хорошая идея. И как ты заберешься обратно? Я что-нибудь придумаю. Ждите меня. Осторожно. Осторожно. Я уже вижу там какую-то жаровню. Заботливо положенную. Ну, давай думать. Амиция. Сколько ж столетий. Тут все это копилось. Так, здесь можно пролезть. Здесь нету крыс? Нет, вроде. Так. Собственно говоря, я не могу там прокачать себе ничего. У нас 27 материалов, да? О, да. Очень всего мало. Я вот хочу понять по поводу все-таки этих незащищенных врагов. Ну да, обыкновенных. Взрыв Адориса их убивает. Такое себе. Лучше бы я брала арбалет. Наверное, я его и возьму в следующий раз. Он у нас совсем не прокачанный. Так, но тем не менее, это нам ничем не поможет. Зачем мы сюда могли зайти? Можем здесь пройти? Нет. Wie komme ich wieder zurück? Moment, diese Ketten, Gegengewichte, die heben die Brückenteile an. Ага, цепи. Es muss einen Weg geben, sie runterzulassen. Цепи поднимают противовесы. Слушай. Как? Ну, может, потянешь как-нибудь за цепь? Нет? Нет, Е — это просто пройти, значит. Это не управлять ими. Может, народ там может что-нибудь потягать. Спуститься я не могу.
Точно я тут пройти не могу. Так, а это что за ниша? Тоже нет, да? А, вот они, противовесы. Ага. Эти уже подняты, а эти не подняты. Так, значит, надо взять, наверное, какой-нибудь... Нет, только не это. И куда-нибудь запулить. Эти подняты, да? Ну вот эти надо, значит, опустить, так? Но я никуда в них запулить не могу. Давай посмотрим снаружи. Могу ли я куда-нибудь запулить? Это очень странно. То есть где-то что-то должно быть, что опускает эти цепи. Вот они выходят и ведут через. Я могу скомандовать этой самой... Софии. An den Ketten ist ein Schloss. Das hält alles zusammen. На замке где? На замке какой-то, вернее, на цепи какой-то замок. Где на цепи замок? Я вот и смотрю, где замок на цепи. И на нем все закреплено. Но я не вижу. Принцип-то я уже поняла давным-давно. Но я не вижу, где. На цепи, она говорит, на цепи висит какой-то шлосс. Этот, что ли? Этот? А! Блин. Должно получиться. Так. А, ну да, должно получиться это... Давай, давай, миссия. Это что-то мы просто сюда прошли. Вот оно что. Я не знаю, что ты сделала, но... Да, цепи, они удерживали мост. Это все хорошо. А как мы теперь спустимся? Ну, спасибо, что вы меня ждете. Ладно, давай... А миссия, если мы сейчас слезем с тобой, ты понимаешь, что мы больше не залезем? Но здесь больше нечего делать, поэтому... С ней что-нибудь случится. А не ее получится. Но она одна, а их много. Ты ж ее знаешь. Это не первый раз. Я понимаю, что тебе тоже страшно, но это ж не значит, что мы слабаки, нет? Ты, тебе страшно? Да. Только никому не говори. Я обещаю. Спасибо, София. Да, София на самом деле педагог прям от Бога. О, сундучок. Ну да-да-да, я понимаю, что туда мы должны воткнуть горящую стрелу.
Да? Ага. Этого мало. Шорт побери, этого мало. Еще надо как-то, чтобы эта вот крысятина тут разбежалась. Так, а как-то мы делали. Мы их привлекали какой-то их крысиной штукой. Вот это вот, да? Не, ну только не болт. Это вот для них вкусная штука, да? По-моему. Крысы, идите туда. А черт. Не вышло. Так, еще мы можем взять смолу, пульнуть туда. Во, и побежали скорее. О-о-о. Отлично. Я надеюсь, она сейчас не погаснет, нет? Так, а что дальше? Ага, вон тоже болт. Еще один болт. Горящий. А этот мы... Нет, не этот, вот этот. Так, что делать? Хорошо, у нас есть эти палки. Надо туда пробраться, да? Какая прелесть. Какая прелесть. Так, там у нас тоже горит. В смысле? Я надеюсь, эти болты горят бесконечно, потому что так довольно долго тут. Да, не так, чтоб очень, но я надеюсь, что мне достаточно будет. Что мне хватит. Пойдем мы не отсюда. Что значит переработать? А поджечь? А я что, не могу поджечь? Да ладно, да вы шутите. Нет, вы не шутите, вы издеваетесь. Поджечь я могу только оттуда. Офигеть. Это, кажется, сейчас догорит эта штука, нет? Ладно. Мы будем быстро идти или мы будем как на Бродвее гулять? Блин! Не-не-не-не, пускай ее съедят. Да, к чему-то одному лучше не подходить. К какому началу? Откуда мы начнем, как вы думаете? А, мы уже опустили все, да? Хорошо. Ich weiß nicht, was du getan hast, aber es hat geklappt. Die Ketten, sie halten die Brücke. Да.
Так вот, стратегию продумать. Что еще можно сделать? Ну ладно, давай сразу выстрелим арбалетом. Огненным, да? Он же огненный у меня. Не совсем. Все надо проверять. Schlauste Mädchen, das ich kenne. Ernsthaft? Aber sie ist allein und die sind so viele. Du kennst sie. Sie hat das schon mal gemacht. Sie ist stur. Viel sturer als die. Ja. Ich weiß, das ist alles beängstigend. Ich habe auch Angst. Aber wir sind doch trotzdem stark. Was schlimm begonnen? Du hast wirklich Angst? Ja. Aber sag's nicht weiter. Versprochen. Danke, Sophia. Не буду я подбирать никакие ингредиенты. Вернее, меня хватило на одни. Ну вот только-только. Ага. Amicia, geht's dir gut? Sehr gut. Ich fühle mich eingekesselt. Werd nur nicht unachtsam. Я чувствую себя окруженной. Так, давай-ка сделаем, наверное. Да, больше нету. Еще спиртику возьмем. Вот, все. Да, ты в безопасности. Ну да, пока что. Пока что, на первых порах. Че, вот нельзя было здесь перебраться? Это очень странно. Ну ладно. Игровые условности. А вон там тоже есть сундучок. Болт я не забрала. Да, не забрала я болт. Так, здесь у нас опять, да? Los geht's. Неплохо! Неплохо прошла сохраночка. Давай. Миссия. Получилось? Да, мы можем дальше бежать. Теперь... Да, теперь тебе надо придумать, как возвратиться обратно. Ich darf nicht falsch liegen. Чтобы мне, как бы мне не опростоволоситься, говорит Амисия. Ой, нож потратили. Последний, между прочим. Оно нам нужно было? Да, тут есть, конечно, болты. Mal sehen, was sich machen lässt. Боюсь, что ничего мы не сделаем. У нас по-прежнему всего лишь 27 материалов. А вот тут у нас... Сейчас мы переработаем. Так, и вот этот болт мы тоже переработаем. Gut, dann an die Arbeit. Так, и у нас стало 34. Блин, 6. 6 элементов не хватает, чтобы сделать арбалет. Ну ладно, не суть. Ладно, нож потратили. Жалко, конечно. Я даже не знаю, стоило ли мне это делать. Так, и как нам теперь быть обратно? Ага, тележечка. Тележечка.
отлично. Давай, у тебя получится. Конечно, получится. Опять она обещает. Она опять обещает. Я обещаю. Да, да. Давай, Базилиус, дай знак. Кому ты обращаешься, Амисия? Базилиус мертв много веков назад. Не проехать. Чё, застряла? Да, дальше не сдвинуться. Попробуй обойди. Хорошо, попробуй обойди. Попробуй обойди, называется, да? Такое... Такое занятие веселое. А ну-ка догони, попробуй обойди. Мы сюда... Да... Мы сюда, да, и мы туда тоже, да. Вот, да, разработчиками заботливо подложенный болт нам сразу напоминает. Так, Амисия, давай-ка вот так вот по краешку. Во-во-во-во, отлично. Я здесь! Все в порядке? В смысле? Ага. Короче, мы сейчас это тоже рванем. Мы это тоже рванем. И это тут все у нас. Какие хитрости, какие сложности. Надо же. Надо же. Ой-ой-ой-ой. Получилось. Да уж, получилось. Давай скорее. У тебя почти получилось. Вот. Может, я чего-то не понимаю. Она говорит, ты найдешь Базилиуса и спасешь Гуга. Амисия, ты не понимаешь, что Базилиус, во-первых, он уже давно мертв, а во-вторых, раз он мертв, то у него тоже не получилось. По крайней мере, у него не получилось, потому что болезнь не побеждена. Да ее никто и не пытался ее никто победить. Так, а ты не сворачиваешь, да? Черт, а как же мне туда пройти-то? Там такой сундук, а там наверняка есть элементы. А она не поворачивает. Знаете, в чем дело? Как я не пытаюсь ее подвести. Да, да, ребятки, сейчас, подождите, я сейчас помру. Они такие, ура! Мясо пришло, мясо, 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 мясо. Может, попробовать их скормить куда-нибудь, их это, отвлечь? Давай вот туда, например. Слушай, что-то вас тут много. А они уже все сожрали. Так, ну тогда извините, я хотела по-хорошему. Очевидно, придется по-плохому. Да, ну как я сама туда подойду? Надо как-то вот так. Давай, Амисия, скорее! Да скорее же! Боже мать. Вот как с этим быть?
Вот как с этим быть, я вас хочу спросить. А, слушай, я дурака кусок. Не-не-не, надо было по-другому. На чем мы остановились? Hat das geklappt? Ja, jetzt können wir rüber. Jetzt musst du einen Weg zurückfinden. Mache ich, keine Sorge. Bitte, ладно, друзья, давайте-ка оставим эти страдания на следующую серию. Кстати, там еще что-то блестит. Мы все это с вами рассмотрим в следующей серии. Теперь уже понятно, как действовать. Да, надо в тележку кинуть этой смолы, которая просто разжигает ее ярче. И тогда хватит света, чтобы дойти до того ящичка. Вот так вот. Очень слишком много у нас тут всяческих задач. Спасибо, друзья, всем, кто эту серию посмотрел. Увидимся в следующей. Всего вам хорошего и пока-пока-пока.